Давайте пригласим Духа Святого. И пусть сейчас, прямо сейчас Он исцелит тебя от твоей неизлечимой болезни. Помазание пришло, друзья. Вау. Дух Святой. Приди. Дайте сюда эту женщину. Коснись. От помазания распадается всякое ярмо. Сила Духа Святого. Коснись, коснись, Выйди из нее, демон. Оставь ее, мучитель. Во имя Иисуса. Убирайся прочь. Помазание. Друзья, когда помазание приходит, бесы не могут это вытерпеть. Они могут таиться в вашей жизни десятки лет. Но когда помазание, сейчас оно наполняет этот зал. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Полное, полное душевное исцеление. Полное исцеление тела. Во имя Иисуса. Инфекция исчезнет во имя Иисуса. Приказываю тебе именем Иисуса Христа. Исчезни из него. Спарище. У кого-то рак, онкология. Прямо сейчас помазание Божье исцеляет вас. Дух Святой, Он пришел, чтобы исцелить вас. Он исцеляет вас прямо сейчас. Выйди из него, дьявол! Выйди! Выйди прочь! Выйди прочь! Выйди, я сказал! В бесну! В бесну! В преисподнюю! Убирайся вон! Убирайся вон! Убирайся вон! Выйди из него! Лащала! Демону конец! Демони! Вия! О мой Бог, аллилуйя! О мио Дио! Силой помазания! La potenza dell'unzione! Как только помазание приближается, демоны кричат! Вон! Вон из него! Вон из него! Вия! Сатана! Сатана, баттене! Демон, через что ты вошел? Имя твое! Выйди из нее сейчас же! Лащала! Проклятие, это разрушаю. Проклятие колдовства разрушается в этом зале. Я разрушаю родовое проклятие рака. Прямо сейчас опухоли, я приказываю вам, исчезните. Онкология, убирайся прочь. Рак, исчезни во имя Иисуса. Вия. Вия. От помазания распадается всякое ярмо. Прямо сейчас. Сила. Тач! 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 Тока! Тач! Тока! Тач! Тока! Исцелена во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Исцелена во имя Иисуса. Тач, тач, тач. Тока. О мой Бог, аллилуйя. Коснись, коснись. Тока. Коснись.
Сила и помазание движется сейчас в этом зале. Дух Святой, драгоценный. Будьте исцелены прямо сейчас. Дух Святой проникает сейчас в вашу жизнь, в ваше тело. С этого дня дух боли исчезнет, дух мучения исчезнет. С этого дня новая жизнь. Я пророчествую вам новая жизнь. Коснись. Вия. Вия. Коснись, Дух Святой. Простата сейчас исцеляется у мужчины. Предстательная железа. Прямо сейчас. Прямо сейчас. По-женски, женщина, у которой опухоль. И прямо сейчас Дух Святой касается вас, вы чувствуете тепло. Все, кто ощущает тепло. Все, кто ощущает тепло в теле, там, где болезнь, знайте, что исцеление произошло. Выйди из нее, дьявол! Оставь ее, покинь ее сейчас же! Оставь, я сказал! Выйди из нее сейчас же! Выйди вон! Выйди вон! Сейчас! Вия! Вышел! 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 Мисенти, вартене! Тебе конец! Онкология сейчас разрушается в этом зале. Viene distrutta. В груди, прямо сейчас. Поведали персоны. Кто-то получает исцеление. Женщина получает исцеление. Прямо сейчас. Propiora. В легких сейчас. Chi soffre dei polmoni. Сила Божья движется. La forza dello Spirito Santo. Есть кто-то, кто переживает сейчас тепло в районе желудка. Поджелудочной печени. У вас исцеление сейчас происходит. Также кишечник. Сейчас, в этот момент, кто-то получает исцеление. Ваш кишечник исцелен. Ваш кишечник исцелен. Есть еще один человек, который годы страдает. У которого исцеляется кишечник. Посмотрите, какие бесы. Дьявол, выйди из него! Выйди, Иисуса! Выйди из него! Выйди из него! Выйди вон! Кровь Иисуса Христа! Дьявол, я проклинаю тебя! И говорю тебе, убирайся вон! Убирайся вон! Убирайся вон! Убирайся вон! Баттене пер семпре. Вия. Оставь его. Лаши il suo corpo. Это проклятие колдовства, друзья. По роду. По роду. И прямо сейчас этот человек получает освобождение. Пропиора viene distrutta. Questa Демон, тебе конец. Guarita. Ты ничтожество, злой дух! Dille, выйди из него сейчас! Spirito maligno, выйди вон! Sei una nullità. Демон, ты ничтожество! Corpo. Выйди вон, Vattene. Я сказал! Ti scaccio via. Оставляй его! Оставляй его! Оставляй его! Lascialo. Кровь Иисуса! Nel nome di Gesù. Кровь Иисуса! Propiora. Lascia il suo corpo. Кровь Иисуса! Nel nome di Gesù, vai via, vattene, sei finito, esci, Spirito Santo, tocca. Che succede nella tua vita ora?
Dio ti tocca. Бог любит тебя. Ti tocca proprio ora. Он меняет в твоей судьбе. Cambia la tua vita. Направление. Cambia la direzione, il tuo Все destino. Будет по-новому. Tutto andrà in modo nuovo. Я говорю тебе это сейчас. Te lo dico. Пророчество. Proprio ora. Говорю словом Божьим. La parola di Dio. Живи новой жизнью. Avrai una vita nuova. Tocca. Господь, благослови эту читу. О, благослови. Dio, benedice queste благослови. Persone. Tocca. 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 Твоё прикосновение, Боже. Tocca. Прямо сейчас. Proprio Прямо ora. Сейчас. Прямо сейчас. Ti guarisco. Исцели прямо сейчас. La guarigione. Сотвори чудо. La guarigione completa. Твоя жизнь будет изменена. La tua vita cambierà. Proprio ora. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Во имя Иисуса. Nel nome di Gesù. Прямо сейчас. Nel nome di Gesù. Proprio ora. Несчастных случаев. La generazione. La maledizione Проклятие generazionale. Травм. Dell'infermità. Каких-то ситуаций, delle situazioni difficili, которые приносили боль, vita, прямо сейчас во имя Иисуса Христа я разрушаю этих злых духов, которые притягивали это в вашу жизнь. Maligni, я приказываю этим демонам убираться вон во имя Иисуса. Nel nome di Gesù. О, мой Бог, аллилуйя. О, мой Дио, tocca, tocca. Tocca. Ti riempia. Proprio ora. Tocca. Proprio ora. Tocca. Tocca. Toccala. О мой Бог, аллилуйя. О мой Дио. От помазания распадается. Унцione. Диструдже. Всякое ярмо прямо ogni сейчас. Ogni maledizione. Поднимите еще раз. Тач, тач. Toccala. Касис. Tocca. О мой Бог. О мой Дио. Касис. Tocca. Il tocco dello Spirito Santo. Друзья, помазание Божье. L'unzione di Dio. Сейчас вводит. Dio vi vede. Вводит тебя. Ti ama. Есть люди, которым конкретно это слово вводит тебя в твое призвание, чтобы с этого момента Дух Святой вел тебя за руку, чтобы исполнилась воля Божья на твоей жизни. Così ci sarà Несмотря на ситуацию. E le situazioni vengono cambiate nella tua vita. Tutto cambierà nella tua vita. Dio cambia tutto. Ogni cosa. Tocca. La potenza dello Spirito Santo. Proprio ora. Проклятие наведенного проклятия. Generazionale. Я разрушаю сейчас на ней. И ты distrugge proprio ora. Посмотрите, что делается, когда наведенное проклятие. И Бог мне это показывает. Люди страдают. Но сегодня день освобождения. Сегодня день исцеления. Сегодня день победы. Даже если ваших близких, которым нужно исцеление, здесь нет. Вы должны знать, когда дочь женщины сирофикиньянки умоляла Иисуса исцелить ее дочь, Иисус сказал, иди, дочь твоя здорова. Всегда, всегда действует исцеление на расстоянии. Поверь того, кто в этом зале. Аллилуйя. Поверь того, кто сейчас смотрит нас на телеканале. Для Бога нет расстояния. Для Бога есть любовь и вера, которая в тебе живет. Аллилуйя. Che vive in ognuno di voi. Для Бога нет границ. Non ci sono le frontiere per Gesù. Oh, мой Бог. Аллилуйя, аллилуйя.
Исцели ее, Господь, полностью. Guariscila. Tocca. Touch. Tocca. Touch. La forza guaritrice. Исцели ее. La guarigione. Исцели ее, Господь. Proprio ora. Будь исцелена. Будь исцелена. Sii guarita. Proprio ora. Будь исцелена. Sii guarita. Будь исцелена. Sii guarita. Положи руку на больное место. Будь исцелена. Tocca con la mano la parte dolente. Будь исцелена. Sii guarita. Коснись. Toccala. Коснись. Toccala. Tocca. Будь исцелена. Sii guarita. Сегодня особенный день. Lunzione. Oggi una giornata particolare. Дух Святой опускается Spirito в твою Santo жизнь. Scende in questa sala. Попроси Духа Святого, скажи, chiedi. Дух Святой, сойди adesso, на мою жизнь, chiedi. Сойди на мою scende душу. Sulla mia vita. Коснись меня. Пусть никого не будет. Che non rimanga nessuna persona. Перед твоими глазами должен быть Он. Senza guarigione. Дух Святой – это личность, lo это Бог, Santo, который ходит по земле. È una personalità, и una который persona приходит che qua, tra di noi, in на подобные sala. Собрания. Он здесь сейчас. Lui è qua, con noi. Он ходит по залу, Он ходит lui по этой сцене. Per la sala, su questo palco. Он подходит кому-то, кого-то берет lui за руку. Vicina. Кто-то чувствует тепло, кто-то qualcuno чувствует calore, разряд электричества. Una scossa elettrica. У кого-то резкая боль. Qualcuno sente в том il dolore, месте, где была proprio болезнь. Dove c'era. И вы исцелены после этого. Il problema di salute. E ora verrete guariti. Прямо сейчас. Proprio ora. Есть мужчина, у которого исцеление половых органов. C'è прямо un uomo сейчас. Che riceve la guarigione nell'area maschile, Господь, sessuale. Господь. Guarigione Боже, proprio ora. Боже, Боже, Dio mio. Боже, Dio родовое mio. Проклятие болезни. Я разрушаю прямо сейчас. Infermità. Во имя Distruggo Иисуса. Proprio ora. Nel Во nome имя di Gesù. Иисуса. Nel nome di Во Gesù. Имя Иисуса. Nel nome di Gesù. Во имя Иисуса. Nel nome di Gesù. Родовое проклятие болезни. La maledizione generazionale della malattia. Сейчас. Distruggo proprio ora Иисуса. Nel nome di Gesù. Родовое проклятие. La maledizione generazionale. Личной жизни. La sola vita personale. Я разрушаю именем Иисуса. La distruggo nel nome di Gesù. Проклятие развода. La maledizione del divorzio. Я разрушаю во имя Иисуса Христа. La distruggo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Иисуса. Nel nome di Gesù. Именем Иисуса. Nel nome di Gesù. О мой Бог, о мой Дио, аллилуйя, 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 аллилуйя. Освободи пленных сегодня, Дух Святой. Либерала оджи. Коснись. Токкала. О мой Бог, помазание Твое Божие пусть прикоснется. Лунсионе, ла тунсионе, о мой Дио, е пропио ква. Коснись. Токкала. Тач. Токкала. Токкала. Можешь. Дух Святой тебя освобождает. Тебе не надо. Спириту Санто, ты либерера. Дух Святой. Спириту Санто. Коснись. Токкала. Коснись. Токкала. Коснись. Он ходит без костылей. Аллилуйя. Дайте сюда le persone. Мужчину. Le persone ha lasciato le stampelle. Аллилуйя. Cammina, si è alzato. Alleluia, alleluia. Nessuno deve agire. Guardate. Alleluia. 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 Спасибо Духу Святому. Grazie allo Spirito Santo. За его работу. Поднимите эти костыли. Per la sua guarigione. Vedete queste stampelle? Пусть помазание Божье умножается на тебе. Аллилуйя. Adesso tu пусть сила Божья умножается на тебе. Ты счастлив?
Sei pieno di gioia. Alleluia, спасибо Богу. Grazie a Dio. Grazie a lei, apostolo. Sono grato a lei, apostolo. Sono grato allo Spirito Santo per la mia guarigione. Спасибо Богу. Un ringraziamento speciale per la mia guarigione. Будь благословен. Quello che hai fatto per me. Спасибо. Пусть умножится благословение на тебе в тысячу раз. Per mille volte ho pregato per te. Nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Боже, alleluia. Помазание Божье. Помазание Божье. L'unzione dello Spirito Santo. Alleluia. La potenza. Сегодня Бог исцеляет многих людей в этом зале и в прямом эфире. Сегодня много людей, которые получают эту силу Божью в свое тело, в свою душу. Сегодня, когда будет молиться Виктория, я знаю, что практически каждый человек переживет чудо в своей душевной сфере. Nella sua каждый сфера раз, intima, когда она молится, volta, когда она говорит слово, prega, исцеление приходит даже во время слова, viene, друзья, во время молитвы, preghiera, Бог ей дает Dio пророческое слово da la sua parola, каждый раз. Ogni volta. И несчастные становятся счастливыми. Дух депрессии сегодня оставит множество людей. Аллилуйя. Болезни и немощи сейчас отходят от вас. Ты должен сегодня взять все, что Бог приготовил тебе. Я верю, что восклицательный знак Бог поставит. Che sarà una cosa importante che Dio farà, che sarà il Dio che metterà un punto esclamativo. Хорошее вино Господь приберег на конец свадьбы. Il Dio ha lasciato in riserva per te. И это было его первое чудо, возможно, твое первое чудо сегодня на этом собрании. Возможно, сегодня в прямом эфире. Сегодня твое первое великое чудо. И там, в прямом эфире, сейчас сила Божья движется. Вот сейчас помазание пришло снова на меня. И прямо сейчас я молюсь за тех, кто в прямом эфире. Вместе с вами, братья и сестры. Пусть прямо сейчас помазание Божье possono vivere l'unzione e il tocco dello Spirito Santo che vi tocca. Болезнь, я приказываю тебе, оставь тело, оставь тело и в этом зале, и в прямом эфире, оставь тело. И для тех, кто смотрит в записи, оставь тело, болезнь. Я повелеваю тебе, я разрушаю проклятие болезни. Друзья, за болезнью стоят бесы. Чаще всего демон колдовства, который контролировал ваших предков. Он открывает дверь духом рака, эпилепсии, диабета, всем хроническим заболеваниям, смертельным заболеваниям. И на этих собраниях мы разрушаем родовое проклятие болезни, родовое проклятие. La maledizione generazionale viene distrutta. Во имя Иисуса. Nel nome di Gesù. Прямо в эфире положите руку на больное место. Proprio ora. Прямо сейчас. Proprio ora. Дух Святой. Spirito Santo. Tocca. Коснись. Tocca. Коснись. Tocca. Будьте исцелены. Sii guarito. Во имя Иисуса. Nel nome di Gesù. Во имя Иисуса. Nel nome di Gesù. Tocca. Dai su da. Cassis, cassis. Tocca. Mai Бог. Ora basta la ramana della sera. Touch. La guarigione proprio ora. Cassis. Tocca. Touch. Oh my God. Alleluia. Tocca. Touch. Ora basta. Touch. Touch. Cassis. Oh my God. Alleluia. Oh my God. Alleluia. Touch.
touch. Tocca. Сила Божья. La potenza dello Spirito Santo. Дух Святой, наполни ее, наполни ее жизнь. Riempila, riempila sua vita. Наполни ее жизнь. Riempila sua vita. Наполни ее жизнь прямо сейчас. Propiora. Прямо сейчас. Propiora. Из детства идет дух мучитель. Прямо сейчас. Пойди вон, дьявол. Баттене. Ты разоблачен. Sei distrutto, ti scaccio. Ti ordino. Toccala. Oh mio Dio. Toccala. Коснись, Дух Святой. Коснись. Диамон, выйди вон. Il demonio, vattene. Oh my God. Touch. Господь, мой Бог мой, аллилуйя. Коснись. Mio Dio. Аллилуйя. О, ларабасанда. Touch. Tocca. Touch, cassis. Tocca. Touch. Cassis. Oh my God. Hallelujah, cassis. Будь исцелены. Si guarito. Поднимите, дайте сюда. Alzatela. Будьте исцелены во имя Иисуса. Si guarita nel nome di Gesù. Исцеление. La guarigione. Во имя Иисуса. Touch. Nel nome di Gesù. Tocca. Via. Будь наполнена Духом Святым с этой секунды. Я приказываю исчезнуть. Tutto scomparirà. La maledizione scomparirà. Alleluia. Touch. Tocca. Touch. Освободи плен. Liberala. Освободи плен. Liberala. Touch. Выйди из нее. Выйди из нее, демон. Выйди из нее, демон. Lasciala. Выйди из нее, демон. Lasciala il suo corpo. Оставь ее. Lasciala. Оставь ее. Lasciala. Оставь ее. Lasciala. Via. Дух Святой, освободи пленных. Liberala. Выйди. Выйди из нее. Сейчас же. Выйди из нее. 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 Вени фори. Выйди из нее. Выйди. Вени фори. Выйди. Выходи прочь. Ты диструго. Огонь Святого Духа на тебя, демон. Огонь, огонь, огонь. Il fuoco dello Spirito Santo. Огонь! Fuoco. Огонь! Fuoco. Огонь! Fuoco. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Nel nome di Gesù. Я молюсь сейчас за всех вас, у кого дома есть больные, может ребенок, может из родителей кто-то, может муж, жена, брат, сестра, все в эфире. Tutti и может они на расстоянии, послушайте, soffrono, я молюсь за вас. Non ha importanza. Скажите сейчас Богу. Dite. Это имя. Addio. И прямо сейчас. E proprio ora. Я молю Дух Святой. Друзья, помазание пришло невероятное сейчас на эту молитву. Che l'unzione scende. Коснись, tocca. Tocca, Spirito Santo. Коснись, Дух Святой. Tocca. Коснись, Дух Святой. Tocca, Spirito Santo. Коснись. Tocca. Исцели. Guarisci. Пусть бесы уйдут. Che i demoni se ne vadano. Я увидел женщину, которая Io ho visto una donna не смогла сюда приехать, che потому что venire qua.
Ее выписали из больницы. Perché l'hanno dimesso dall'ospedale. E lei sta morendo dal cancro. Сила Божья. La potenza dello Spirito Santo. Сила Божья сейчас касается ее. Сила Божья сейчас исцеляет ее. La guarisce. Proprio ora. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Wow, alleluia. Alleluia. Ora basera, amaseta. Oh, lerish. Во имя Иисуса. Nel nome Боже, di Gesù. Спасибо. Боже, ti ringrazio, спасибо. Mio Dio. Ti ringrazio, Боже, спасибо. Ti ringrazio. Я увидел ребенка, у которого ho visto un bambino эпилепсия. Che aveva epilepsia. Прямо сейчас, proprio мальчик, ora. Прямо сейчас. Proprio ora questo bambino. В это мгновение. In questo istante, Дух Святой сошел на него. Santo. И он исцелен. Lo guarisce. Он исцелен. È guarito. Дух эпилепсии оставил его. Lo spirito della эпилепсия лаща. Еще один ребенок сейчас. Un altro bambino. Это маленькая девочка. Una bambina piccola. Около 3-4 лет. 3-4 anni. И проблема с дыханием. Un problema di respirazione. Прямо sopra сейчас. È proprio ora. Этот демон. Questo demonio. Я приказываю дьявол, оставь ее. Ti ordino, lasciala. Этот демон оставил ее прямо сейчас. Demonio l'ha lasciata, proprio ora. Она исцелена. Аллилуйя. Аллилуйя. Также есть еще один ребенок. Un altro bambino. У которого жидкость в голове. Che ha il liquido nel cervello. Полное исцеление прямо сейчас. La guarigione completa, proprio ora. Полное исцеление прямо сейчас. Proprio ora. Полное исцеление прямо сейчас. Proprio ora la guarigione. Спасибо, Дух Святой. Ti ringrazio, Spirito Santo. Дух Святой исцеляет от церебрального паралича. Guarisce dalla paralisi cerebrale. Дух Святой поднимает с колясок. Spirito Santo alza dalle sedie a rotelle. Gli invalidi, gli disabili. Дух Святой творит чудеса сегодня. Fa dei miracoli. В этом зале. Proprio ora in questa sala. И на расстоянии. E a distanza. В прямом эфире. In diretta televisiva. На записи. И sulla registrazione. На расстоянии. E a distanza. Сегодня Дух Святой свершает. Oggi lo Spirito Santo compie i miracoli. Fa la sua opera. Alleluia. 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 Tocca. 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 Пусть будет исцелена эта рука во имя Иисуса. Тач, толка. Тач, тач, тач. Проверяй свою руку прямо сейчас. Пропиора. Проверяй прямо сейчас. Пропиора. Nel nome di Gesù. Прямо сейчас. Исцеление во имя Иисуса. La guarigione. Исцеление во имя Иисуса. Исцеление во имя Иисуса. La guarigione. Прямо сейчас. Пропиора. Поднимите еще. Альцатела. Давайте сюда. Коснись. Тока. Сейчас я молюсь за наполнение вас. Adesso prego. Духом Святым, Его помазанием. Per l'unzione. Помазание – это l'unzione. Физическое ощущение Бога. È la presenza fisica del Dio che прямо sentiamo. Прямо сейчас. Proprio ora. В этот момент in вы. In questo momento. Переживете физически. Noi viviamo Его прикосновение. Questa presenza. Questo tocco. Дух Святой. Spirito Santo. Наполни. Riempi. Не говорите сейчас ни слова. Наполни. Riempi. Все в зале в прямом эфире. Tutti in sala. Помазание Святого Духа сейчас опускается на вас.
Lo Spirito Santo scende, scende e ci tocca. Tocca. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Riempi. Поднимите к нему руки. Стендете ли востой мани. Наполни. Рэмпи. Наполни. Рэмпи. Наполни. Рэмпи. Наполни, Дух Святой. Рэмпи. Наполни, Дух Святой. Тач. Токка. Тач. Токка. Касси. Токка. Tocca. Коснись. Tocca. Коснись. Tocca. Дух Святой. Spirito Santo. Alleluia. 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 Cura ma serenegesce. Oh, hallelujah. Болезни немощи уходят в рабасанараме, и жизнь приходит. Болезни немощи уходят, и жизнь приходит. О, мой Бог. Спасибо тебе, Дух Святой, за сегодняшнее посещение, за это начало сегодня. Спасибо тебе, Господь, за твое исцеление, за твои чудеса, за что ты освобождаешь сегодня, исцеляешь. За все разрушенные родовые проклятия, наведенные проклятия. Сегодня великий день. Molto importante сошествие Духа Святого на вашу жизнь. Spirito Santo scende nella vostra vita. Будьте благословенны. Пусть благословение Божье опустится на вас прямо сейчас. Scende proprio ora su di voi. Tocca. О, мой Бог. Вот этих двух, пожалуйста, двоих дайте, пожалуйста. Tocca. Tocca proprio qua. Будет исцелена во имя Иисуса. Си гварита. Тач, тач. Токка. Тач, тач. Тач, друзья, сегодня началось прекрасное время в твоей жизни. Oggi il tempo meraviglioso. Сегодня началось новое время в твоей жизни. Oggi il tempo nuovo. Сегодня я пророчествую вам. Come diceva. Вы будете идти с Духом Святым за руку. Дух Святой, когда начинает свою работу, Он никогда ее не бросает. И мы не захотим никогда его бросить. И это начало. Это начало. Бог все зло в твоей жизни обернет в добро. Бог все проблемы обернет во благо. Все неприятности Он обернет во славу. Аллилуйя! Нищий скажет: «Я богат». Il povero diventerà ricco. Больной скажет: «Я здоров». L'ammalato dirà che sono sano. Кто был несчастен, скажет: «Я счастлив». Infelice sarà pieno di gioia. Новое время. Аллилуйя. Tempo nuovo. Давайте tempo Богу дадим сильную славу сейчас. Diciamo gloria. Аллилуйя. И здесь в зале, и у экранов. Дайте Богу славу.
Diamo gloria a Dio. Alleluia. 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 Alleluia.